Продолжаю. Покупочки, которые пойдут уже на розыгрыш. А именно, в этот раз на кону вот такое вот кокосовое масло. Суперское, я о нем уже писала отзыв, по-моему, 100 лет назад. Купить можно, кстати говоря, в Wildberries, где я брала. А вот еще Amazon беру, AliExpress, ну ничего себе. Вот такая вот огромная махина, которая лично у меня еще до сих пор не закончилась. Ходит для волос, для тела, да вообще для чего угодно. Вот. Следующим сторизом тогда прикладываю еще и отзыв на него. А еще приложили вот такую вот открытку. Что не было, кстати говоря, у меня с первой покупки. Вот. А в четырех коробочках то же самое. Каждой платформе будет по кокосику. Боже, не открыть. Подтверждение, так скажем. Вот кокосик, там кокосик, тут кокосик. Четыре кокосика таких огромных. Вот, по 500 грамм. Хватит как на годика два, как минимум. Смотрю, конечно, как пользуется. Можно хранить в комнатной температуре жидким, либо в холодильнике, он тогда будет уже более твердым.